Уважаемые жители Чувашии, земляки, сердечно поздравляю вас со столетием образования Чувашской автономной области. Чувашия сегодня – это динамично развивающийся промышленный и аграрный регион. На территории Чувашии реализуются масштабные инновационные проекты, ведется активная работа по строительству современной инфраструктуры. Много делается для развития культуры и спорта. Нам есть чем гордиться. Но самое главное – наше богатство и гордость – это люди, таланты и трудолюбие которых делает все, чтобы наша республика процветала. В этот праздничный день желаю вам всем и вашим семьям здоровья, благополучия и успехов на благо нашей родной Чувашии и процветания России. Thank you.